Особое внимание в период проведения праздников будет уделено пьяным водителям. С начала 2023 года сотрудниками ГИБДД выявлено 392 правонарушения за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Только за прошедшую неделю было задержано 5 водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом виде. С 26 декабря по 31 декабря 2023 года по республике проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Цель данного мероприятия – выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. В период проведения данной операции сотрудниками госавтоинспекции города Нефтекамска усилены наряды дорожно-патрульной службы, которые несут службу в дневное время и в ночное время. В преддверии новогодних праздников просим водителей не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и соблюдать правила дорожного движения. Кроме того, в дни школьных каникул ежегодно стартует профилактическая акция «Внимание детям», направленная на снижение количества ДТП с участием детей. За истекший период 2023 года на территории Нефтекамска зарегистрировано 20 фактов дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. С 27 декабря 2023 года по 13 января 2024 года на территории Республики Башкортостан и по городу Нефтекамск проходит профилактическое мероприятие «Внимание, дети». Целью данного мероприятия является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и недопущение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Сотрудники ГИБДД в очередной раз призывают всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению правил, а в дни школьных каникул особое внимание уделить юным участникам движения. Ксения Белалова, Эдуард Новиков, информационная программа «Ежедневник».